канун Рождества многие организации проводят благотворительные акции, цель которых – помочь нуждающимся жителям. Согласно результатам проведенного нами опроса, долговпилчане положительно относятся к таким мероприятиям и сами нередко принимают в них участие. Иногда принимаю. Ну, знаете, что помощь нужна, да? Да. Иногда принимаю. А в каких акциях принимаете участие? Ну, вот, в основном, вот, когда деткам надо помогать, вот, по телевизору, когда показывают, вот, переводим еврики там, вот это да. Отношусь положительно, иногда принимаю участие сама. А в каких акциях охотно принимать? По телефону вот такая помощь какая-то. Принимаем, да. Принимаем. В каких акциях? Когда Энгели пар Латвию идет акция. Какие еще? Даже не могу сейчас вспомнить так сразу. Ну, у нас в городе, вот в Резекне, я сама из Резекне, у нас происходят такие акции, то, что мы собираем, например, деньги для инвалидов, всякое помогаем, наша школа ходила, мы собирали в школе всякие там подарки, на Рождество мы носили по детдомам. Даугавпилское отделение Латвийского Красного Креста ежегодно проводит благотворительные акции, чтобы помочь людям, которые остро нуждаются в нашей с вами поддержке. В этом году было решено оказать помощь малоимущим неполным семьям с детьми, где воспитанием занимается только один родитель, чаще мама, а также тем, в которых ребенок родился у несовершеннолетней или совсем молодой, 18-летней матери, находящейся в сложной финансовой ситуации. Мы, конечно, тоже очень переживаем за таких молодых матерей, потому что у них не всегда есть мужская поддержка. Не всегда мужчины все-таки соглашаются брать на свои хрупкие плечи обузу, воспитывать ребенка, поддерживать семью. И поэтому мы вместе с социальной службой выбрали в этом году эту категорию. Мы призываем горожан принять участие в акции «Балта, Балта, Мана, Сырц» и пожертвовать приемлемую для вас сумму денег или необходимые вещи. Мы ждем, что люди пожертвуют пользованные вещи в хорошем состоянии. Дети выросли, и, может быть, эти вещи не нужны, а в этих семьях очень, очень нужны будут. Можно жертвовать памперсы, можно жертвовать детское питание. Все это собирается в помещении Красного Креста. И жители нашего города, в общем-то, очень отзывчивые. Ну, совсем недавно мы объявили эту акцию, но уже отозвалось достаточно много трудовых коллективов и общественной организации. Естественно, все организации, которые входит в Красный Крест нашего города, это уже 1000 с лишним человек, конечно, пожертвуют обязательно. Подарки или деньги принимаются до 20 декабря по адресу улица Крышкина, Валдемара, 13, время приема с 9 до 12 часов по будним дням, а также по адресу улица 18 ноября, 161, по вторникам, средам, четвергам с 16 до 18 часов. Телефоны для справок 654 57 357. 29 47 77 90 и 654 76 777.